28-летняя герцогиня Кембриджская совершила необычный выход в свет. Кейт Миддлтон, подчеркнула фигуру в практичном и удобном комплекте. Супруга принца Уильяма посетила ферму Ark Open Farm, расположенную недалеко от столицы Северной Ирландии, Белфаста. Визит она совершила в рамках своего проекта «Пять больших вопросов», направленного на поддержку раннего развития детей. Для дальней поездки Кейт выбрала удачный ансамбль. Черные узкие джинсы и облегающая куртка подчеркнули точеную фигуру герцогини. Ветровка цвета хаки с накладными карманами от Барба – одна из любимых вещей герцогини. Миддлтон часто надевает ее в поездках по сельской местности. От непогоды ее защитил также уютный кашемировый джемпер с высоким горлом небесно-голубого цвета. Еще одна интересная деталь – коричневые сапоги на низком каблуке от Penelope. Эта обувь присутствует в гардеробе Кейт более 10 лет. Герцогиня продемонстрировала свою рачительность и экономию в вопросах нарядов. Образ Кейт завершили симпатичные серьги в виде листочков. Она сделала естественный дневной макияж и уложила волосы в свою фирменную укладку. Во время своего визита Кейт поговорила с местными жителями, бабушками и дедушками об опыте воспитания маленьких детей. Она также затронула другие темы своего опроса, который завершится 21 февраля. Герцогиня выслушала их мысли о наиболее важных факторах, которые могут обеспечить взрослые для счастливого детства и наилучшего старта своих потомков. Она также по своему обыкновению поворковала с детками, которые прибыли в большом количестве вместе со своими родителями для того, чтобы увидеть герцогиню. Кейт с удовольствием познакомилась с питомцами, обитающими на ферме. Она погладила мохнатого альпаку и покормила из бутылочки ягнят. Ферма The Ark Open Farm открылась в 1990 году. Изначально она специализировалась на разведении редких пород сельскохозяйственных животных. В настоящее время здесь создан ряд игровых площадок и регулярно проводятся мероприятия для детей, сообщает Daily Mail. Герцогиня выбрала для визита это место, потому что такие открытые фермы имеют важное значение для организации семейного досуга и стимулируют взрослых проводить время с детьми на природе. Кейт Миддлтон и принц Уильям подтвердили, что они отправятся в официальный тур по Ирландии с 3 по 5 марта. Визит запланировали по просьбе Министерства иностранных дел и по делам Содружества. Супруги планируют посетить Дублин и Корк. Накануне герцоги Кембриджские совершили редкий выход в свет в компании 71-летнего принца Уэльского и его жены Камилы. Это событие назвали историческим. Ранее стилист рассказал, как Кейт удается выглядеть безупречно в любую погоду.